man. Всем здравствуйте, дорогие слушатели нашего канала, подписчики, любимые зрители. Всем привет, ребята, с вами сегодня Паук и... Витя Золотой и Тинтишек Шмель. Да, вот так, ребята, такая... Сегодня мы будем играть в голодные игры, только чат надо скрыть, это мне что-то он подбешивает маленько. У меня нормально. Да у тебя нормально, у меня тут вообще на все. Нормально, что... не нормально. Ну это ты говоришь так. Запомни. Ладно, погнали на SD какой-нибудь. SD1 видишь? Так, это звездочка, да? Не, да, на звездочку. SD38. S38? Да. Еще 30. А, вот нашел. Нашел. Играем мы, ребята, с читом, сразу говорю. Да, читил. Ты тоже с читом? Да, читил. Там кто-то на пауку и прыгает. Серьезно? Опа. У которого у меня скин не погружается. Из-за чита. Так, у меня все нормально. Посмотри все свои настройки. Настройки? Да. Нормально. Все нормально у тебя? Да, все нормально. Так, это так, ставим. Я, конечно, могу и нормально говорить. Нормально. Да я понял это. Ну так же. Но типа, мне тебе привычно. Типа это для понтов. Да. Для это понтов. Тебе будет моя типа слово фраза. Нормально. Слово фраза. Да. Но это же как бы слово. Ну, ты сказанул как прямо таки как читер. У тебя только фраза. Чего? Я наполовину. Музыка на полную. Это моя фаза, и тем более я ее говорю, когда у меня плохой день. Ну, а тяг будет сегодня хороший. Но. У меня нормальный. У меня мамайный день. Это моя фаза. И чё? Ты же мою сказал, а? Вот ты негодяй. Ты мне, значит, это, шоколадку сегодня не дал. Потом что, золото хотел мне не давать, и я, значит, тут вообще... Я тебе говорю, выбирай золото или шоколадку. А я то и то люблю. Ну и чё? Не мои проблемы. Ну блин, а, Бочек, ты жестокий. Почему все пауки такие твари? Ну кого-то Шмели хорошие. Ну я хороший. Ну это не значит, что другие Шмели такие же. Ну все Шмели такие же. О, всё, Бачик, ты где? А, вот ты где? Мы рядом. Да, я всякий лавр включу. Все ништяк. Я вижу всех и всяких. И тебя я вижу. Давай, я тоже. Не-не-не. Не на спавн. Ты килавру включил? Бачки, да. Давай его. С рядом чел, с ним. Ты уверен? А вдруг я испугаюсь и убегу? Наверх. А, пауки, бежим, батик, наверх. А, они вроде ничего не роняют. Они скелет по мне стрелял, значит, пауки будут. Скелеты вроде только роняют, а пауки нет. Ого, чё. А, много. Бачик, зомби! Да он ничего не делает. О, еще. Скелеты только роняют, урон наносят. О, компасик. Ой, серьезно? Батюня, ты чё там? Да не трогай ты его, он, видишь, безобидный. Тури-тю-тю-тю-тю-тю. Иди сюда. А ты что? Сундуки бы включил бы тоже. А, ты же не знаешь. Я знаю, как. Ой, там сундуки вижу. Серьезно? Ты знаешь как? Да. Серьезно? На X. Ну, то есть, или на Ч. Я по-другому говорю, тут же у него еще одна функция есть у этого штучки. Брючки. А еще одна функция. Угу. Вот видишь, ты меня обманул. Знаешь, что у меня, кстати, для тебя есть? Че? Каменный меч.
расписываюсь. Нельзя же с читами играть вообще. Сами ты как будто не играешь. Ну, по-любому играли. Хоть один-то раз. Ну, я-то точно. У меня два эндер ока тебе дать? У меня одна. И ты мне тендишку не вернул. А ты мне каменный меч дай. Я тебе даже сапожки могу железные дать, хочешь? Тут ногу уже все походу обмутал. Иди сюда. Че ты, я за этим сундуком пойду, то все обмутано. О, не. Иди сюда, сзади вон, я тебя бросил. Не, о. Я ж тебя тоже оставляю, между прочим. На, твою тентишку. О, на тебе этот меч железный, я золотой лучше возьму. О, спасибо. У меня есть золотой. Дай ему не. На тебе еще золотой. Ты мне железный дай. Я тебе вон кинул его сзади. Вон он. У меня знаешь, какой еще меч есть? Деревянный на заголовне. Батя, там как чел. Ты узнал? Там чел. Я знаю, вижу сейчас его. Огреем. Давай, это он у нас сейчас с тобой огребает. Кто пошли, нас? Пошли. Не ссы. Сейчас он огребает. О, красавчик. Это было расплюнуть, конечно. Я тебя у не тебя ранил? У тебя есть нагрудник? Не ранил. Нету нагрудника, только тапочки и тентишка. Батик, давай меня, я тебе такой мечик, ты мне свой. А у тебя на какой? Давай это секрет. Нет! Но там он на мне заговор зачем? Огня. Один, наверное. А у тебя какой? На заговор огня два. Ну, это почти одинаково. Нет, этом даже смысл. Ты меня обманешь. Да. Я знаю тебя, один раз с тобой поменялся. Да, я тебе шлем. Да мне шлем зачем? Блин, машина, проедь быстрее, ни хрена не слышу. У нас какой-то не город, а этот. Как, ну ты понял, да? Деревня. О, я это... Какая деревня, сам ты деревня? Это ты у нас только привык с коровами общаться. Иди сюда, стой, подожди. А, у тебя есть штанишки, все, ничего тебе не дам. Тут еще один сундук, я... Ну как его? Нифига там. Стрим как туда. Ты... Слышь, чувак. Как его достать? Что делал? Вон там он. Дай. Серьезно. Как его достать, чувак? Охраняй меня. И че? Ну ладно. Давай. Давай, братюня. Давай. Че мне мешаешь? Давай. Стой, тихо! Давай. Открыл! Серьезно? Да. И чё там? Железные штанишки, еще что-то. Было, но я уже взялся. Серьезно? Да, серьезно. Ничего себе, вот это поворот. О, коровка, батик! Эй, коровка. Ты знаешь, где логи? Это же не овечка, так что чё ты? Сам ты свинья, негодяй. Ах, ты ж свинья. Типа я овечку тут убил. Вот это. Ты вообще предатель. Овечек не охраняешь. Иди за мной. О, ты сундук попустил. О, дача 2. Батик, давай, мен, я тебе дача 2. Ты мне заговорил мне. Скажи, нахрена он мне? Ну, отталкивайся. Ага, у меня покруче есть. Алмазик. Серьезно? О, давай тебе шлем, тебе нужен шлем. Алмазный есть? Не. А, я же тебе историю не рассказывал. Рассказать историю? Давай. Короче, вчера, прикинь, это с ребятами играли. С тремя. Вот, подходим, короче, к спауну, да. И там алмазника сливаем, прикинь, в полном алмазном сете. Полностью. Я мы его слили, у него еще выпало 28 вроде алмазов. 28 пьем? Да, я тебе серьезно говорю. Вот это поворот я сказал тогда. Так, батик, ты где? У меня просто был этот алмазный чё, бронька, алмазный шлемак. Батик, знаете, шлемак. О, спасибо. А чё, тебе его вроде выкинул, да? И сам не одел. Вот видишь? Ничего для тебя я не жалею. О, давай на сундука уже облутал наглый. Кто? Чё тут облутанное уже? Ладно, пошли отсюда, мы тут ничего не найдем нормальное.
Ты где? За мной идешь? Я только открою сундук, там фул зачарованная маска на тысячный уровень. Ага, конечно. Мечтать этих хренов. Погоди ты, я покушаю. Давай быстрее иди. Я в чате вообще ничего не вижу, что там пишут. Что там пишут? А, умел. Ай. Ты где там? Ах ты. И в конце эти типа такие, где надо буковки переписывать и на конце. Угу. Ну, то есть ты понял все. Ах ты. И еще, ну, звездочки и в конце. О, чикен! У меня огнеустойкость. А, подожди, огнеустойкость. Огнеупорность, точнее. Где ты? Трю-тю-тю. Это мой сундук. А, туда. Ладно, он твой, ищи его. Давай, все, слышь, ты забил на него, давай, ищи. Ищи давай. Вот он, два сундука, стой. Вот тут где-то должен быть либо рычаг, либо еще что-нибудь. Так, нет, ничего не произошло. Ты видишь, как туда попасть? Не. Может, стрелами надо куда-то попасть, чтобы туда попасть. О как. Да ну нафиг. А, вот рычаг. Не открылось. Значит, еще один ищи. Там посмотри. Блин, ну это пипец. А вон еще один. Нажимай на него. Я. Ага, ты надо откроешь. Ну давай. Дай честно, один твой, один мой. Давай, ну. Все, нажал. Ничего не открылось. Ничего не открылось. Че за хрень? Значит, где-то еще должен быть рычаг. Ой, я вот это дурдом. Вот это повод. Ну-ка, может быть, и не за этим еще есть. О, тут кнопочка. Кнопочка, ну-ка тыкни. Тыкнул. Там что-нибудь произошло? Ну-ка, снова тыкни. Давай. Тыкнул? Да. Не, ничего. Я вообще стою на ней. Подожди, у меня есть идея. Хоп-она. И сейчас туда надо золотой меч положить. Опачки, потому что золото всегда рулит. Лишь бы он не исчез. Открылось? Не. А, да, открылось. Один мой, один твой. Подожди, если они упадут, прикинь, что будет. Ты чё, все облутал, а? Они все, вот. Папа с дуйка. Давай сюда. Вот тут есть. О. Блин. Чё? Пипец, надо было тебя убить. А у меня это, ну, дедматч же не было, и все, типа, закончилось все дела. Знаешь, кто в этом виноват? Кто? Ты. Давай на третье лобби опять. А ты уже тут. Че, давай еще один раундик сыграем и потом и закончим. Заканчиваем. Да. Жалко, что мы не затащили. Так, давай. SD50. 50, давай еще уже там. Давай, я тут. Так, меч. Мечик. Иди сюда, я тебе кучу покажу. Шли паркурить. Нет, паркур это для ложков. А я люблю ломать. И взрывать. Особенно взрывать. Я там что время там ломать летаешь? И взрывать. В смысле, я летаю. А, ты по лестнице. Да. Не, прикинь, в натуре оттуда уже видно, типа, как ты летаешь. Забанили такие за читерство. Хотя это просто баг. Эй, мы летаем! Да. Кричим. Эй, мы летаем. Эй, мы летаем. А ты чё, где? О, начался. О, сейчас давай. Я думаю, меня уже кикнули. О, я знаю, что это за карта. Вовчик, батик, Вовчик. Защищай его от этой коровы, она его убить хочет. Давай. Ух ты, корова, убить его хочешь? Тут еще один, мы их должны защитить. Да, батик, ты один с тем стой, я с этим стоять. Ты чё, псих, батик, что ли? Батик, там чели. Чели там. Чели? Да, чели. Чё за чели? Ну, чел, батик, я за челом.
Давай, но ныряй, я тебя прикрываю. Ты чё? Какой ныряй? Иди сюда, батик. Да я здесь уже. Я его огребал, он у меня тут. Сейчас он еще. Батик, там еще один челик. Вижу, вижу. С сейчас каменным он... вроде даже. Нет, с деревянным. Да, с деревянным. Он сундук видел. Да, я знаю. Погнали. Ты куда? Пошли на кораблик. Тут Пикачу. Пикачу? Да. Пикачу. Осторожно, лишь бы он на тебя сзади не напал. Ты его там видишь? Нет. Я про другого говорю. Так, так, так. Хая, вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе. Тихо. Батик, ты там чичал с золотой броней. У меня пол хп. Я слил, я красавец, я. Чувак, беги оттуда, у меня вообще пол хп. Фига, ты там у чувака золотая. Золотая нога. Нифига, ты видел, там тройная какая-то тима. Нет, там один, она не тройная. Да, они за одним гонятся. Серьезно? Нифига там. У одного чувака золотую ногу, не батик на него. Ты чё, с ума сошел? У меня сейчас даже жизни нету практически. Я на них. Ща-ща-ща, они подобьют еще немножко. Еще немножко. Три-тю-тю. Ждем, ждем. Хорошо. Что такое дефмач уже? Да. На мечике. А, Пикачу. Мочи его. Давай. Да не меня, а его. О, да не меня. Чё меня бьешь? А, батик, дай мне, я мечик подобрал только. Ну, так у него ничего не было на печенюшке. Не. У тебя есть каменный мечик? Нет, у меня только этот деревянный. Батик, чё, к ним? Ну, давай, все. У меня просто жизни в натуре тут мало. Теперь попытаемся их затащить. Их что, там трое? Не, их вроде уже двое. Как так? Нет, их трое. И тут да. В золотом, но в натуре. Давай, ну, да, и еще тут Тима. Он одного вроде слил, да? Да. У него каменный мечик еще. Ага, и ты говоришь, то, что мы его сейчас прям таки затащим. Давай, чё? Он слил тут чувака одного. Чё, на него? У него мечик надо, чё? Он Тим показывает. Тим? Да. Серьезно, хочешь Тима? Ну чё, будем? Нет, давай попытаемся его убить. Чё, давай? Ты готов? Ты готов убить давай. Эту тварь? Подожди. Фигни. Вы готовы, дети? Нет, капитан. Нет, мы его не победим, еще, как я тебе говорю. Давай. Все попытаемся. Ну ладно. Не сможем. Если даже бы напали бы сейчас, мы бы не смогли его убить. Все, не лезь к нему. Он на корабль ползет, там нечего ловить. Хотя бы он убежал от нас. Вот там сундук, и внизу еще один сундук. Давай ты на вышку полезай. Он сюда вроде идет. Ну-ка, сейчас посмотрим. Чувак, он сюда идет. Давай на shift вставай. Он тоже спрятался на shift. Но это им ничем не поможет. Потому что мы такие тук. Тук. Почему? Он встал. Да, вижу. Идет. Ой, у него тоже походу этот. Да ты чё, ты меня сейчас так убьёшь, бестолковый? Ой, я его слил. Красавец. Ты ничего там жмёшь? Ты меня бы сейчас, у меня там пару сердечек оставало. Кто ещё тебя бы слил? Кого? Ну, ты бы меня бы слил, а не его. Его ещё. Батик, ты чё? И там бы сверху бы написалось, да-да-да, был килла. Так, давай, ты вниз, я наверх. Давай. Ты пауку. Я знаю. Зато там знаешь, что есть? Чё? Ничего. Там съехал. Ой, дедмач, у нас ничего нету. У них тоже. Может, убьем их? Ну, давай. Бу, бойся нас. Иди сюда. Давай я на него съехал. Иди сюда, я. Чё? Ты напал на него? Я тебя не вижу. Ты у меня пропал, чувак. А теперь куки съем. Куки?
Икеа. Чё за куки? Кукис. Ты где тут? Я тебя вообще не вижу. Да ничего, он по тебе стреляет. Да ты что, правда, да? Да. Чё, батик, на него? Ну давай, сейчас все одел. Теперь давай на него. А ты стрелял? Не. Тут кто-то еще есть один. Я его тупо не вижу. Ой-ой. Слил. Красавец. Его ну, слил? Ладно. Я вас не вижу, двоих тут, двое чуваков, и я их не вижу. Блин, что делать? Ты видишь его? Еще одного. Чувак. Нет. Я тоже. Я тебя даже не вижу. Есть план какой-нибудь? Нет. А ты меня видишь? Тебя я, да, вижу. Вот это пипец. Пипец, пипец, пипец. Пипец, пипец. Это ты выбрасываешь? Да, это я выбрасываю. Фу, повезло. Может, я тебя кулачком попробую? Да, тут еще один. А, не, подожди, все, у нас двое осталось. А двое? Кто тогда, по мне, стоял? Ты, что ли? Не, у меня вообще лука нет. А у тебя есть TNT? А, TNT? Не, нет. Не, потому что кто-то попал так сильно. Ну смотри, ты меня не видишь. Да? Ничего, это не значит, что, я тебя убить не могу. Ты подохнешь. Нет, тут не ТП-шится. Да, я тебя кулачком попробую дать. Давай, знаешь, что у меня есть? Во. Все, я тебя ударю. Не, я тебя все равно не вижу. Я тебя могу ударить? Ну-ка, давай, бей его на стол. Давай, ну бью. Нет, ты меня даже ударить можешь. Вот это пипец, я с тобой всё, сразиться давай, я тебя не могу. Скрываю. Это нечестно, братик. А, это нечестно, почему так, а? Я тебя убить не могу. Эх, ты читер, братик. Ну смотри, в тот раз на Хайпикселе ты выиграл и получил 100 монеток. 135 монеток. А, ну да. Ну и я тут, наверное, тоже чичелов убил. Ну ты сотню тут получаешь в конце. Да. А больше ничего. Ну, ладно, то есть давай закончим. Да, давай. Ты где? На третьем, как обычно. На третьем? Да. А это уже на третьем. Ты видишь меня? Угу. Да. А ты меня? Да, ты в стенку у меня убежал. Вот ты черная молния. Не, не в стенке. Ты в стенке. Слышь, ты куда убежал? Давай, я тебя сейчас забагаю, если буду как скример. Ага. Ты у меня уже и так как скример, ты у меня прямо в стенке бегаешь. Братик. О, братик. О. Он так не испугался. Все, ты у меня появился нормально. Иди сюда. А, давай. Да, ребята. И вот так мы заканчиваем эту серию. Возможно, вам понравилось, возможно и нет. Возможно, понравилось, возможно и нет. Ладно, решать насчет этого вам всем. Так что не забываем подписываться на наш каналчик. На зону 51. Да, вот такие делишки. Не забываем... Это самое главное, как ее. Вконтакте там я сделал такой небольшой опросик, где вы должны решить, монтаж или нет. Вот так вот. Если будет монтаж, то будет намного меньше видео, но вы это сами знаете. У нас и так один раз в месяц, наверное, видео выходит даже. Что-то в неделю. Нет, намного меньше. Ну, где-то один раз в две недели. Ну, ладно, да. Когда вообще мы что-то месяц. Видео задержали, короче, вообще долго нас не было. Но а теперь нас будет очень часто. Даже кстати, смотри, а когда у нас были каникулы, мы наоборот не снимали. А когда у нас уже все учеба, мы снимаем. Так ты же это гулять ходил, я тоже не было времени, и мы на дачу постоянно ездили. Ну вообще не постоянно. Почему постоянно? Мы в основном на дачу с тобой ездили. И ты говоришь, типа, мы не снимали это видео. Сколько у нас серий-то? Вообще много, мне кажется. Ну, хотя, ну, да, ты прав. С какой-то стороны их немало вообще. Ладно, ребят. Подписываемся, ставим лойсы, лайки. Всем удачи. Кстати, всем... что-то скажу.
Давай. Меня кто-то с того пистолета работать. Ты урод. Под конец всей все кнопки не было. Ладно, подписываемся, ставим лайки. Всем удачи, всем пока-пока. Пока.